одном прогнившем, пропитанном кровью островном королевстве жила-была королева по имени Екатерина Барр. Она была шестой женой мстительного короля Генриха VIII. Не покровительствуй еретикам. Он убьет меня, как мою мать. Он не поступит так с тобой, слышишь? Пять жен, что были до нее, постигла трагическая судьба. Но Екатерине было суждено изменить королевство навсегда. Мы должны восстать и взять то, что наше. Мы нашли Энн, она проповедовала толпе. Не тем, кто над нами, указывать нам, во что нам верить. То, как она говорила, восхитило меня. Кэтрин, я молюсь, чтобы никто не видел вас там в тот день. Я верю, что я избрана Богом, чтобы влиять на волю короля. Ты должна уехать, если тебя поймают. За такое не сносить головы. Уверена, вы бы придумали что-то изощреннее. Иногда вы будто знаете меня лучше, чем я сам. Мы доверяли вам, Кэтрин, а ваше заигрывание с радикалами могут угрожать стабильности королевства. Ты ведь не желаешь мне вреда? Нет. Не желаешь смерти? Нет, никогда. Его уверенность в твоей слабости, вот что тебя спасает. И что же мне делать? Снести ему голову с плеч. Он требует доказательств против нее, что она предала его. Кэтрин! Ты лжешь мне? Конечно, не лгу. Телгония! Телгония! На что именно вы намекаете, моя совесть? Чисто. Бог не хотел, чтобы что-то стояло между ним и его паствой. Ни епископ, ни священник, ни даже король. Тогда вас сожгут. Она еще коварнее, чем все прочие. Я всех вас знаю. Знаю! И всех уничтожу! Изничтожу всех! Изничтожу всех! Вы верите в ад? Думаю, мы оба на пути туда. Я готова. А вы? Игра королевы. В кино с 13 июня.